Ну что ж, здравствуйте еще раз, дорогие друзья, мы прямиком на третьем матче Toxic Harpies против Uprising Female, карта Буря в пустыне, и это последняя встреча на сегодня, дорогие друзья. Ну, обсудим с Максимом сейчас все втекающие-вытекающие. Максим, Toxic Harpies, ну, нам уже показывали, что они являются, по сути, наверное, одной из самых сильных команд, да, именно сейчас в РУПБ среди девушек. Uprising Female с ним, по-моему, тоже боролись, если не боролись, то как бы, ну, будем говорить прямо... ESG Female выглядит немножко послабее, чем Toxic Harpies. Ты согласен с этим утверждением? Да, да, я полностью тебя поддерживаю. Ну и, в принципе, знаешь, вот именно по женской лиге, на мой взгляд, чисто мой взгляд, Toxic Harpies и Madhouse Female, они же Good Luck Have Fun, вот эти две команды, это как в легендарке AWXZ и VEVICTUS. Вот ну, просто... Да. Девчонки очень сильны. То, что в этом матче фаворитами выступают девчонки из команды Toxic Harpies, у меня лично нет никаких сомнений. Апрайзинги сегодня подарили карту своим соперницам из команды DTRaim, но, откровенно говоря, DTRaim, ну не в обиду сейчас никому не будет сказано, ну немного... уступают в плане тимплея, скилла и вот этой какой-то, знаешь, киберспортивной наглости девчонкам из команды Toxic Harpies. Девчонки очень любят аркадить и очень хорошо у них это получается. Ставлю на них 10-5. Ну, поехали. Действительно, будет такой счет или нет, но кажется мне, что Апрайзингу придется в любом случае очень тяжело. Их соперник в роли фаворита. Да, пусть мы еще и не видели официальных матчей именно в рамках сезона, то, ну, уже мы заранее можем сказать, что Toxic Harpies будут здесь действовать первым номером. Это видели мы как раз-таки на женских турнирах регулярно, поэтому давайте смотреть и наблюдать, дорогие друзья. Всем еще раз добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. И мы на последнем матче на сегодня. А праздники начнут в обороне. Ну и сразу же аркада от Йока на мидл. Там кисмайл у нее сразу же в виде соперницы. Ну а вот на длине пока что все тихо и спокойно. Здесь сами праздники будут пушить, наверное. А нет, никакого пуша не будет. Но там шума остается все-таки под грузовиком. Кстати, шум врывается у нас в игру вместо ювелирши на данный момент. Но ливерпульчик тем временем ее ликвидирует на длине. Полетели прокиды. Ну и выход все-таки будет, скорее всего, под Б-сайт. Именно здесь Ум и Рай будет принимать свою соперницу. Здесь же Йока на подхвате с песков. Но засмочили полностью обзор. В эти басмаки выходить. Число зверя находит минус также по Квин. И пока что явно не самая лучшая ситуация для команды Uprising. Йока вынуждена была уйти на мидл, а тем временем соперница уже прорывается через лонг. У нее в два ствола закрывают здесь на песках Йока, погибает Ум и Рай, и шаманка одна против пятерых. Да, здесь, конечно, Раисе придется вообще не по вкусу. Вот эта ситуация, есть минус раз, но уже 11 хп остается, ну а там Кисмайл уже такая: «Эй, иди на меня, я уже готов встречать тебя». Ну и Кисмайл ставит хедшотом точку в этом раунде. 1-0. Toxic Harpies повели в атаке. Ну и ни в коем случае не стоит забывать, что Toxic Harpies играют в атаке. Поэтому Uprising должны здесь хотя бы 5 раундов забирать. В любом случае, если хотят более-менее равной борьбы. Иглы. Но полетели уже прокиды сразу же на позиции Т-спавна, ливерпульчик. Ну, о чем я и говорил, очень агрессивные девчонки, которые умеют делать выпады. Ну и в соответствии ливерпульчик, очередная аркада, даблкил, и отправляется со спокойной душой отдыхать в таверну. От Йока есть минус, погибает Кисмайл. Тем временем открывается очаровашка на позициях ланга, пошла перестрелка против Ум и Рай. Ум и Рай принимает решение отойти немного с песков, но тем не менее очаровашка находит ее и здесь. Полетели припайры, пытается еще жить против двух стволов, но число зверя не прощает. Сайт вновь под контролем команды Toxic Harpies. И шаманка одна против троих. Вновь на ее крупные плечи выпадает этот ноша тащить клатч раунд. Но, тем не менее, не удается. И здесь Mind Control закрывает свою соперницу без проблем. Так, ну что, 2-0. Поехали дальше, дорогие друзья. Начало действительно очень позитивное для команды Toxic Harpies, но и крайне негативное для девочек из команды Uprising Female. Ну давайте, ладно, смотреть. Все-таки, опять же, забрасывают длину гранатами. И продолжения нету. Продолжения никого нету. Это просто граната на фаст раунд. Ну и выход уже есть от Кисмайла и очаровашки. Ну там шума на тройке будет. И именно эта девочка должна здесь принимать своих соперниц. Но урона не так много, как хотелось бы. Залетела по очаровашке. И длина отходит назад. И выход под мидл. Но пока что как-то мид, да, вроде заняли девчонки из команды Toxic Harpies, но они встретились здесь с очень такой жесткой
стрельбой со стороны команды Uprising, закидали их гранатами, и девчонки Toxic Garpes опять же принимают решение пойти через длину. От Йока есть минус, Шума также закрывает число зверек, и Смайл разменивается. Ум и Рай опять же остается за зелеными вещами, Квин с Уашками вылетает на перестрелку, ну и в принципе девчонки здесь сыграли на прием Ланган на ура. 2-1 все-таки загорается счет на табло, но опять же, как уже ранее было отмечено Германом, девчонки из команды Toxic Garpes находятся в атаке, ни в коем случае нельзя им позволять набирать, ну, 4 раунда, как минимум. Ну, давайте смотреть, дорогие друзья. Кисмайл уже потерпела по себе 58% урона, не знаю, как граната, видимо, наверное, прилетела нежданная, ну и вот с этим процентом Калдбар вынужден, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Кисмайл, что влепило сейчас по шаманке, оставляет второй этаж на свою тиммейтшу. В виде Квин, и Ливерпульчик там уже даблкил. Суашек делает. Квин здесь одна на первом. Йок также обороняет мидл, но их здесь просто закрывают. Но хаешка неплохая от Квин все-таки имеется. Погибает Кисмайл. Число зверя моментально поквиталось со своей соперницей, но Квин остается одна в три. Аплейн под контролем. Ливерпульчик на установке фугаса. И Квин навряд ли куда-либо здесь сможет уйти. Да, по-прежнему имеется у А93 парная. Она может сыграть на мидл, но число зверя уходит с этой позиции и закрывается также именно под Аплейнтом. И здесь на дальнюю дистанцию у Ашки навряд ли как-то помогут. Квин, конечно, может залететь какой-то рандомный вантап, но, на мой взгляд, здесь Квин должны перестреливать моментально, как только она откроется именно под мидл, в смоках. Квин очень тяжело будет заходить. Давайте смотреть число зверя. Пошел префайр от Квин, но хорошая пачка, неплохо по Ливерпульчику сработано. Майнд контрол. Но здесь уже на пистолет, и, конечно же, пистолет ни к чему хорошему не приведет в этой ситуации. Да и там и времени не хватало, чтобы раздефьюзить бомбу. Это 3-1 в атаке для Toxic Garpes. Ну что же, девочкам из команды Uprising надо поднажать сейчас. Действительно, играют в обороне. Должны набираться сил сейчас. Ну и как можно скорее набирать ответные 3 раунда, но и выходить уже вперед. Потому что ситуация, откровенно говоря, сейчас вообще никудышная для них. Но здесь мы с тобой опять же видим то, что апрайзинги потихоньку начинают закрываться, зажиматься, да, под позициями бомбсайтов. И Ум и Рай занимает вроде как и дефолтную позицию, но, как я уже отмечал ранее, очень редко ее чекают. Но посмотрим, найдут ли здесь свою соперницу Toxic Garpes. Тем временем на длине опять же пошел выход. Хаешка под зеленые ищи, в принципе, более чем дефолтная позиция у апрайзингов была. Но сейчас апрайзинги принимают решение именно перестроить свою атаку по позиционкам также. Ну, точнее, оборону, прошу прощения. Ну и готовы принимать. Но смогут ли открыть именно Б-сайт сейчас Toxic Garpes, пока что вопрос. Ну, здесь Квин из Шума закрывает позицию плента Б. И, ну вот, на перекрестный огонь должно все сработать, по идее. Главное, чтобы Квин не высовывала сейчас. А вот у Шума уже 4 хп, туда и прокид полетел. Ну и Квин в соло. Квин в соло, сразу же пачка число зверя. Но эта позиция была крайне читаемая. Шаманка дает первый размер для своей команды в этом раунде. Число зверя идет также пушить. Даблкил от нее. И умирай. Одна против четверых. Четверых злых соперниц из команды Toxic Garpes. Ну и в спине уже майнд контрол. Ой-ой-ой-ой-ой. Майнд контрол надо было забирать. Но умирай неплохо с разворота ставит хедшот. Но с учетом ее хелсбара здесь должно было произойти какое-то чудо, если бы она вынесла еще троих своих соперниц. 4-1, о чем я и говорил. Ни в коем случае нельзя позволять команде Toxic Garpes забирать 4 раунда первой половины, так как они в атаке. Тройку — это, ну, максимальная роскошь, которую могли себе позволить, но девочки разносят пока что своих соперниц, и это далеко еще не конец первой половины. Так что здесь токсики могут забрать еще, может, и пятерку, а там и на шестерку замахнуться, но здесь уже более открыто начинают действовать, по крайней мере, под кафе апрайзинги. Есть минус от очаровашки под Йоко. Но выход на мидл вот будет под Шуму. Ну и Шума здесь неплохо, на самом деле, под префайр выходит, сносит сразу же Ливерпульчика. И пока 4 в 4. На длине умирай одна, но сюда уже приходят девочки. И вдвоем будут вылетать уже под позицию длина число зверя. Вместе. Кисмайл, и от Кисмайла уже есть пачка. Квин на смещении, но там Вита вообще не прощает. Я не знаю, Вита попадает абсолютно все, что только можно. И только лишь шаманка может как-то помешать своим соперницам забрать пятый раунд. Но чувствую, это 5-1. Ой-ой-ой, шаманка. Неплохой минус оформляет все-таки по Диане. Но здесь же выход имеется на пески от очаровашки. Очаровашка принимает решение все-таки сыграть менее агрессивно. Да, немного ретировала свою позицию. Но далее жать своего соперника. Нет, все-таки выходит и встречается с шаманкой 1-1. Но, тем не менее, Рая погибает. Это 5-1.
Ох, ладно. Ладно. Здесь, походу, все слишком ясно. Все слишком ясно. Три раунда до конца первой половины. Ну ладно, хотя бы троечку бы забрать девочкам из обороны. Ливерпульчик опять же сносит йог. И выход опять же будет на первый-второй этаж. Там Шаманка и Квин вдвоем будут принимать эти позиции. Но будет тяжеловато. Тяжеловато. Шуму отбрасывают с маками сразу же. Ну и Шуму просто в маках в этих же ловят гранату, погибает. 3 в 5. Ну и выход опять же под Бэплент или уже под А. Но посмотрим, здесь, ну, в принципе, да, это А, там Ливерпульчик находится, но здесь могут зачиститься, в принципе, девчонки из команды Uprising. Вот оно так и происходит. Ливерпульчик погибает от рук Шаманки, но и 3 в 2, конечно, ситуация. Ну вот Хелсбар немного подводит, но, я так понимаю, ротация все-таки на Бэплейн будет через длину. Майнд Контрол вместе с Очаровашкой готовится заходить, но, в принципе, девчонки играют с опаской под этой позицией. Они не врывались сюда прямо фастом, они понимали то, что соперница, скорее всего, будет играть на ротации, но Ум и Рай как раз таки сюда перешла, и Очаровашка вместе с Mind Control зачекают или нет? Ну и вдвоем надо выпрыгивать, и Mind Control просто с прыжка ставит хедшот по Ум и Рай, ну и Кисмайл слышит прекрасно свою соперницу. Ну и это раунд номер 6 для Toxic Harpies, 6-1, девочки ликуют. Ну а другие, я думаю, не очень-то и ликуют, потому что ситуация, ну, откровенно говоря, из ряда вон выходящая. Два фрага Шума, три Йока, также умирает троечка, 4 шаманка и 5 у Queen. В то время как 7, 3, 6, 7, 8 раундов, точнее фрагов, прошу прощения, у команды Toxic Harpies. Чейф у нас нажимает заветную кнопку. Да, а в это да, время да. Очаровашка и Mind Control дарят уже 2 энтри фрага своей команде. Умирай просто спасается отсюда бегством. Ну и выход от Ливерпульчика под мидл. Queen погибает, и шаманка вместе с Умирай остаются вдвоем в очередной раз. Ну я прям не знаю, прям совсем все очень плохо. Ну, зато есть к чему готовиться, есть к чему стремиться. И сейчас, конечно же, шаманку слышала Ливерпульчик. И сюда просто Кисмайл выходит. Кисмайл. Последний фраг в этом раунде. 7-1. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, здесь, походу, 10-5 вообще даже близко не будет. Хотя, кто знает, возможно, сейчас бац, а Uprising Female переходит на вторую половину и начинают просто за атаку жарить-жарить, не щадя своих соперниц. Ну вот агрессивный мидл в исполнении Uprising Female, хорошая хаешка от Шумы под майн, по майн-контролу, и полетят сейчас дальше давить своих соперниц. Ну вот, вот, ну вот раньше бы так встрепенулись девочки и было бы все хорошо, но вот не хватало. Не хватало уверенности, возможно, злости на самих себя. Ну и это все-таки 7-2. Первая половина должна заканчиваться в пользу команды Toxic Harpies. Ну, посмотрим. Посмотрим, уже. Как девочки... А, да? Да. Уже? Вы добили? Я думал, ты говоришь, должна будет заканчиваться. Я думал, еще раунд остался. А зачем я загружаюсь тогда? А, я не знаю. Я думал, ты, кстати, не успеешь зайти, поэтому я тебе даже говорю. А я нажал там еще, знаешь, такой 7-1. И я такой, ладно, давай. Ну, 7-2 хорошо. Ну, для плохо. Команды Toxic Harpies. А вот для команды Uprising это действительно очень печально. Да и для нас с вами, я думаю, мы хотели бы с вами увидеть более жаркую борьбу. Ну, в принципе, мы с Германом-то всегда за жаркую борьбу топим. Но действительно, подготовка команды Toxic Harpies здесь на высоте. Девочки молодцы, умнички. Поехали смотреть далее. Возможно, мы увидим какой-то фееричный камбэк от команды Uprising Female. Но мне кажется, здесь по морали девочки просели. Да и, в принципе, когда вы отдаете первую половину, там, со счетом 7-2, как бы вы там в каком бы моральном расположении духа ни находились, все равно соперницы не из простых, камбэчить будет тяжело. Ну, Очаровашка вместе с Кисмайл отлично друг другу помогает при проходе на лонг. Но это более агрессивная игра через мидл, здесь уже прошли минуса. Ум и Рай, кстати, пропустили под кафе, я так понимаю, по ней инфы вообще ноль. Да, и Ливерпульчик сейчас развороту может поставить, нет, не ставит, это 3 в 3. Ну и здесь оборона уже контролит выход под аплент и на длине Очаровашку. Но у Очаровашки проблемы по хелсбару есть. 33 хп, поэтому ей надо более-менее спокойно, на спокойном режиме отыгрывать, чтобы не подставить команду и не пропустить соперницу под бэплент. Ну и вот Умирай вместе со своими девочками, видимо, будут уходить по длину. Да, есть уже уход от Умирай, ну и, возможно, сплитом через тройку шаманка пойдет. Ну, сидят, они сидят пока что, они, в принципе, ну, наверное, дожидались именно выход ланга, да? И сейчас, по сути, должна пойти атака, но вот Кисмайл начинает руинить катку своим соперницам. Находит минус по Йока, здесь же погибает шаманка, ну и
Ум и Рай одна против троих. Да, смогла просочиться здесь как-то под позиции песков, но там очаровашка под Б-сайтом. Она, в принципе, играет в закрытую за ящами. Да, откроется на перемычку, возможно... Ой, на перемычку, на боковую. И, в принципе, с боковой очаровашка может и не зачекать свою соперницу. И тогда Ум и Рай будет иметь шансы на взятие этого раунда. Но топает, очень сильно топает. И очаровашка... Ну, ладно, хоть добила хотя бы. Хорошо, хорошо. Но здесь просто, наверное, не ожидал, что вот настолько нагло Умирай выйдет, будет ставить бомбу. Ну и ладно. Два раунда до конца этой карты. Ну, именно победных раундов для команды Toxic Harpies. Ну, посмотрим, зайдут они или нет. Там уже аркада от Queen пошла. Проблема у нее на Ленине. Но она, возможно, еще и минус сделает. Нет, число зверя не прощает. Но там очаровашка разменивается на ланге по шаманке. Там уже и просела по колдбару шума. Шума также падает. Умирает тоже. И 9-2. Ой-ой-ой, погоди. Здесь у нас Йоко. Решила не сдаваться. Но очаровашка все равно ее склоняет к отрицательному результату. И 9-2, 7 матчпоинтов. Провалено. Ну, походу, на этой отметке мы с тобой и остановимся здесь. Ну, может, еще раунд. Нет, ну, в смысле, на двоечке у команды Uprising. Ну, раунд, может быть, сберут. Но, тем не менее, этот раунд начинается уже не с плюса для них. Это очаровашки, опенфраг, погибает шаманка. Шума разменивается при выходе на позиции площади. Mind Control вместе с Ливерпульчиком будут принимать как раз-таки кафе и выход мида, куда открывается шума на данный момент. И там Кисмайл выходит на перестрелку. Ливерпульчик, 76% здоровья. Но здесь как-то немного рассеянно действуют апрайзинги, на мой взгляд. Они то под низ кафе, то под мидл. Но Квин находит все-таки минус по Кисмайлу. Ливерпульчик уже стянулась на хелпу. Там же очаровашка крушит именно лонг. И Ум и Рай вроде как прошла, но недалеко ушла. Ну опять эта очаровашка, которая просто все портит своим соперницам. Но вот Йока находит по ней все-таки фраг и майн контрол 1x2. 1x2. Простите. 73 хп у Йока. Йока. Надо было посмелее немножко постреляться. Там сама не поверила своим глазам майнд контрол. И все, это сразу же перетяжка под аплет. Куда ж спиной-то? Ой-ой-ой. Божечки ты мой. Ну и 6 хп у Квин. Ну не у Ашки. Возможно, здесь что-то и получится. Но она опять же садится на упор именно выхода мида. И, кстати, Mind Control как раз таки отсюда пойдет. Она будет пикать свою соперницу, но Mind Control оказалась сильнее. Все-таки это 10-2 за командой Toxic Harpies. Ну и здесь более чем уверенная игра, как уже отмечалось ранее. Подготовка, тимплей, стрельба, все на уровне, все замечательно. Но девчонкам из команды Uprising Female желаем не расстраиваться, это лишний опыт. Потом смогут посмотреть свой реплей, понять, где у них были ошибки, что нужно исправить. Ну и в соответствии в дальнейшем будут показывать нам более красивую игру. Мы всегда говорили и будем говорить, не бойтесь проиграть, бойтесь не попробовать и так и не узнать, на что же вы все-таки способны, дорогие Максим, друзья. Максим тут начитался цитатник. Нет, я об этом говорил постоянно в этом. Это не цитатники, ты шо? Я в новостях, когда звал ребят на квалификации, у меня так эта мысль в голову пришла, и я этой мыслью агитирую всех вообще. Ну поехали, так, ладно. Ставочки. 10-2, токсики, ты-ты-ты-ты-ты.